Общее собрание Российского исторического общества прошло в Музее Победы на Поклонной горе. Его возглавил председатель РИО Сергей Нарышкин. Он напомнил, что организация придает большое значение сохранению памяти о вкладе Советского Союза в освобождение народов Европы от нацизма. Совокупность обстоятельств, приведших мир к самой страшной трагедии в истории человечества, заслуживает глубокого и объективного анализа. Я убежден, что стремление единолично править миром и навязывать ему свои правила должно уже на самых ранних этапах встречать организованное противодействие всех конструктивных сил. Говорили и об историческом просвещении молодежи. Качество образования в школах с момента утверждения историко-культурного стандарта в 2013 году повысилось. Выросли результаты ЕГЭ по истории. Одним из приоритетов остается поддержка талантливых учителей истории. 1 сентября вновь будет дан старт всероссийскому конкурсу методических разработок «Уроки Победы». А педагоги всех гуманитарных дисциплин смогут попробовать свои силы в подготовке открытого урока, посвященного событиям Великой Отечественной. Планируется 10 номинаций. Все финалисты будут приглашены в Москву.